Дорогие мои друзья-садоводы, спасибо вам всем за ваши поздравления, за ваши музыкальные открытки, которые вы мне прислали, яйца, куличи виртуальные. Но, как вы понимаете, каждому из вас ответить я не могу, поэтому я сегодня, как обычно, запишу общее поздравление. И если вы мне посылаете картинки церквей, то я вам поздравлю вас на фоне настоящей нашей церкви. Я живу в 10 минутах вот от этого прекрасного старинного храма, который возведен еще во времена царствования царя Романова в 1900 каком-то там году. Он долго был во время советского периода складом, потом его недавно начали восстанавливать. Вот снаружи он еще не очень восстановлен, но внутри уже есть и росписи, и фрески. Сейчас я внутрь зайду, если я смогу, я сниму и покажу вам. Поздравляю всех с днем этим великим светлым Пасхи. Желаю вам всего-всего хорошего. Кстати, хочу вам вот здесь показать. В церкви служители, они тоже садоводы, цветоводы, огородники. У них вот, смотрите, под баночками все уже посажено, прикрыто от мороза. У них здесь летом очень-очень большие цветники, такие шикарные. Сейчас вот с этой стороны еще перейдем. Тут у них и можжевельники какие-то, и камни типа горок альпийских. Они очень хорошо ухаживают за своим участком. Сейчас я зайду внутрь, сделаю несколько фото. Не знаю, можно видеосъемку сделать или нет. Поздравляю вас с праздником. Раз сегодня нельзя работать, значит, будем осматривать старинные храмы. Спасибо.